На мой взгляд, сегодня была очень интересная конференция, банковская сессия. От Центрального банка присутствовал Михаил Ковригин, директор департамента системно значимых банков. Это новый департамент и очень важная роль его в системе регулирования. От участников рынка были первые лица наших ведущих частных банков: МДМ-банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Хоум-кредит, Дельта-кредит, Уралсиб. Это как универсальные банки, так и розничные, как зарубежные, так и российские. Широкий круг тем: банковское регулирование, капитализация, фондирование, розничное кредитование, раскрытие информации, стоимости кредита, нормативы, приближающиеся базельские условия. Все это в условиях снижения экономического роста и потребительского спроса – очень важные вопросы, которые волнуют банковский сектор. Мы пришли к итогу, что в 2015 год будет не лучше 2014, но определенный заряд оптимизма мы получили все-таки как от регуляторов, так и от участников рынка.